Всем привет! В этом видео мы рассмотрим модель Citroën SM в масштабе 1 к 43 от французского производителя Solido. И данная модель была выпущена в середине 90-х годов. Модель выполнена из металла, имеет открывающиеся передние двери, выполнена в красном цвете. И на то время качество данной модели можно отнести к среднему. Были более высококачественные модели и менее квалитетные автомобили. Но у Solido было неоспоримое преимущество в том, что они делали автомобили аналогов модели, которых просто не было. Вот данный Citroën – одна из таких моделей. И что можно сказать про эту модель? То, что на то время она довольно хорошо сделана. Имеет отдельные передние фары. Сами линзы фар изготовлены из хромированного пластика, спрятаны под прозрачным плафоном. Модель имеет отдельный передний бампер. Дворники и зеркало заднего вида, они просто обозначены на лобовом стекле, как и на большинство моделей того времени. Данная модель не имеет зеркал заднего вида. Довольно простой салон. Сиденья изготовлены из пластика коричневого цвета. Панель приборов из пластика черного цвета, что традиционно для того времени. Модель имеет отдельные задние фары. Они изготовлены из прозрачного пластика. Хромированный бампер. Выхлопная система отлита вместе с бампером. На заднем стекле имеется имитация нити обогрева. Очень простые колеса. Сам штырь, который проходит через диск, он завальцован с двух сторон. Простой диск, обут резиновую покрышку. Но, опять же, это традиционно для моделей среднего качества изготовления того времени. Модель имеет пластиковое днище, очень простое. Крепежные винты, довольно большие, грубые. Но в целом модель хорошо воспринимается, хорошо узнаваемая машина. И сейчас такую машину выпускают более дорогие производители, более детализированные модели, модели смолы. Но если вы в коллекции хотите иметь чисто французскую модель, французской сборки и старую машину, то данная модель вам подойдет. Ищите, они встречаются на аукционах. И спасибо за внимание. Это был обзор модели Citroën. Увидимся в следующем видео.